Скажи нам, красавчик. Взял, просто порвал эти жгуты или... Чё за предок Спайдермена, бляха-муха? По-любому так и звали его, бляха-муха. У тебя ж там щелка была, чё ты не посмотрел? Чё ты сразу ломать-то, вышибать? А вдруг там, опа, Виндиго такой сидит и говорит, ну давай, давай, давай. Давай уже быстрее, блин. Еда сама пришла. Ой, блин, не дай бог патрон кончился, он ж нихрена не перезарядил у нас, а мы два потратили. Ой-ой-ой-ой-ой, плохо, всем плохо. Всем привет, друзья, меня зовут Владимир, и вы смотрите канал Phoenix Let's Play. Мы продолжаем играть в игру Until Dawn. Мы играем за кого? Мы играем за Майка. А что нужно сделать? А, мы пошли в психбольницу посмотреть, что и где и как изменилось. Что-то ни хрена я не вижу, светло на улице еще. Хотя она, блин, сейчас, конечно, быстро темнеть начнет, но все равно это часик-полтора, блин, пока она полностью стемнеет. Ладно, в общем, мы идем за ключами от фуникулера, по-моему, которые были у Джоша. Так, пойдем, что, не идешь? При этом, почему нельзя было дождаться утра, я не понимаю. И найти его уже утром. Либо как-то так взломать, ну хоть что-то сделать, блин, замкнуть, я не знаю. Проводки, ну явно не идти туда, куда мы идем. Но они крутые, Майк у нас вообще, блин, теперь маньяк-убийца. В прошлой серии, как вы помните, мы грохнули Эймери. Я несказанно этому рад, потому что она меня уже бесила. Майк красавчик, рука не дрогнула. А то я, честно говоря, думал, что если я там сейчас нажму выстрелить, он скажет, да не-не-не, так нельзя, давай иди просто. А его сожрет какой-нибудь другой. Ладно, в общем, сейчас суть в чем. Суть в том, что нам нужно спасти собакена. Да что ж такое, почему у меня нос опять начинает чесаться? Вот, нам нужно спасти собакена, а для этого нам нужно выжить, как минимум, чтобы спасти собакена. Не, ну это реально. У меня почему-то нос чешется. Так, а мы тут были везде уже. Тут тотемов нет точно, я даже смотреть-то я не стану. Пойдем сразу. Самое поганое, что тотемы, походу, мы не все найдем. Не походу, а по-любому мы все не найдем. Сколько их осталось тотемов? Давайте глянем. 6 штук надо. И вот эти два тотема, я хрен знает, где вообще их искать. Обалдеть. Мне кажется, один мы уже пропустили просто там, вообще в лед. Чего? Куда делись волки? А? Так он как бы охотится же вместе с ними, что ты переживаешь? Хозяина защищали, видимо. Погоди, стой. Есть тут правильные... Комната, куда нам надо? Значит, давай сходим сначала сюда. Вот, может, что-то есть. Чтобы не пропустить ничего. В первую очередь, тут надо тупики. И мы продолжаем. У меня, как всегда, ну не как всегда, у меня вот уже второй раз такая ерунда произошла. Сейчас я понял, в чем причина. У меня Сонька же идет, провод обычно идет на хаб, а с хаба уже, соответственно, он Соньку и компьютер объединяет. И вот на этом хабе у меня какого-то хрена сейчас вылетел провод от компьютера, блин. Соответственно, вся сеть к херам, все к херам. Ну, в общем, ладно, видео не похерилось. А это самое главное. Все, продолжаем. Я-то вроде сделал, что он нормально теперь будет, что они будут выпадать. А хрен знает, то ли он свалился, то ли еще что-то. Почему-то провод просто немножко отошел и все. Ладно, пойдем. Надеюсь, больше такого не повторится. Потому что второй раз уже такая ерунда. Это мне совсем не нравится такой расклад. Ну вот мы все смотрели, да, отстань. Тут больше вроде ничего не было, ни тотемов, ничего. О, гиря. Или что-то, а чайник. Возьми чайник, чаек попьем. Да, к слову. Пьем чаек все. Если вы смотрите это без чая и без печенюшек, то это вы делаете неправильно. Такие вещи надо смотреть обязательно с чайком, с какао и печенюшками. Из этого никак... А что, пройти? Нет, прошел нормально, все. Так, нет, давай шариться конкретно. Что мы тут еще упустили? Интересно, где у него антенна вот? Потому что, по идее, нихрена ловить не должно. Так, ну тут мы смотрели.
О. А это... Погоди, а нам в прошлый раз, может, не давали просто этот... Обзора такого? Не давали? Что-то я не помню. Ладно, пойдем. В принципе, тут больше ловить нечего, поэтому пойдем, наверное, наверх. Секунду, отсюда я могу? А, подожди, а мы сюда тоже, в принципе, можем. Наверное, е. Нет, не можем. Мы просто оттуда, по-моему, заходили тогда, когда вот собака-то нас, помните, поймала. Только я что-то не совсем уверен, был ли там кусок потолка? Там вроде как чистенько все было, ну да ладно. Давай, поднимайся. Тотем, тотем. Где вот найти тотем? Хочу быть шаманом. Хочу много-много тотемов. Буду прям поводителем тотемов. А, ну давай спрыгивай. Ладно, допустим. Падаем. Чё-то. Вот это зашиб... Вот это хорошо! Только бесполезно, конечно. Теперь найти виллы и собрать толпу. Глупое ты создание, Майкл. У тебя тут враги вокруг. У тебя тут, блин, обрез. Нет, бляха-муха, он взял палку, блин, факел. С вилами. Брось, каку. Обрез бери. И побольше оружия. Ё-моё. Ой. Возьми обрез, сволочь. Ну вот, додумался, уже радует. Бери, тебе что, еще указывать надо? Все, погнали. Годится. Пойдет, пойдет. Так, давай смотреть, может тут что еще есть? Может тут где динамит, мы сейчас факелом немножечко так подпалим. А почему нет? Это же как в мультиках, классика жанра. Че, не держишь, держишь, херак, динамит загорелся. Фитиль. Так, да подожди ты, давай сюда. Так, хорошо, а дальше нам куда? Ху! Блин, нет, я должен прицеливаться будет. Точно, налево тут не прицеливается, пока нет нужды, ну ладно. Че, сейчас ты можешь ее пройти? Ты смотри-ка, открылась. А вот нечто раньше что идет. Тут, знаете, чего не хватает? Какие-нибудь фразочек, типа. Надо бы еще что-нибудь пошариться, еще что-нибудь такое, блин. Или там мне нужно там какое-нибудь оружие. Ну, вот, ну, банально вот эти вот фразы, да, вот как во всех играх. А тут он как-то пришел, подергал, типа закрыто. А по факту оно открыто оказалось. Опа, тотем! Красный скорпион какой-то. Ох, ё. Опасности. Кто бы сомневался. Так. А, подожди, так. Ни хрена нам тотемов-то надо. Я думал, тут 4 осталось. Ой, этих 2. Ё-моё, их 8 штук еще. Их 9 было. Блин. О, собакен где-то рядом. Собакен красавчик. Собакен нам поможет. Куда мы без собакена? Собакен, всему голова. Пойдем посмотрим. Гаси. 53, 53. Все в одну дату, смотри. Адам Уайт. Да, все в один день. Подожди-ка. Очень поподробнее. Что такое? На всех крестах одна и та же дата. Из-за чего столько людей могло погибнуть в один день? А. Илон, ты шахтеры? Нет, видимо, что-то кто-то другой. Ладно, пойдем. Я не совсем понимаю, зачем тут вообще психбольница вот эта вот прикручена. Я ее сюжет не понимаю, вот, как она к сюжету относится. Да, тут есть вот это вот проклятие индийское. Да, тут есть турбазы, на котором мы тусуемся. Да, тут есть шахтеры, потому что шахта. Ну, психбольница для чего вот это вот расследование и так далее ведет все эти. Не совсем понимаю. Подожди, а куда идти-то? То есть как-то вот, мне кажется, вот это вот как-то непонятно. Ну, хрен знает. В любом случае, я вот этого не особо понял. Так, тут мы... Да, это мы тут были везде.
погоди. Странно. Ладно, пойдем. А, погоди. А, я в ту дверь, я в эту ломился-то, ё-моё, понял теперь. Ладно. Все, понял. Ну, вот теперь другое дело, теперь логично. Вот, а это, оказывается, тут не ломился даже, помню, громко. Все, понял, я лох. А то мы тотем чуть было не потеряли, а тут как удачно получилось, смотри-ка. Прям красотища. Привет, дружище. А если бы не подружились, в чем он на меня напал или что? Привет. Я тебе очень рад. Ты куда это он его зацепил? Смотри, обрез этот. Хороший. Ладно, друг. Пошли со мной. Ну, значит так. Я посмотрел на карту и знаю, куда идти. Вот здесь должен быть проход в шахту через психиатрическое отделение. Думаешь, найдем? Ты абсолютно прав. Класс, сторожевой пес на самом деле. Его погладили, он уже твой друг. Он уже не охраняет. А если еще что-нибудь вкусное дашь, он тебе еще поможет полхаты вынести на себе. И плевать, что ты не хозяин, а взломщик, убийца и так далее. Да подожди, ну куда ты ломанулся, друг? Друг, подожди, мне тут страшно. У нее с рукой что-то не то, с тенью, по-моему. Такое ощущение, что у нее в руке должен быть пистолет сейчас. В левой, судя по тени. Чуть непонятно как. Ну ладно. Тихо. Ладно, дружок, успокойся. Не шуми, не пали контору. Контору, говорю, не пали. Я так не могу, волчок. Ты тоже не ори. Застрял. Опа, что это? А, нет, так, камешки. Так, тыкай. Была, не была. Так, я так понимаю, тот мужик всех вот в эти решетки и так далее, тюрьмы запихал. А мы сейчас такие молодцы, возьмем все подкрываем. Вообще красавчики просто. У меня почему-то такое ощущение. Ну. Блин, так ты выдохни лучше. Рэмбо, Рэмбо, молодец. Лучше бы выдохнул, проще было бы. Так, ладно. Видал? Кое-что я могу. А, дружок? Пошли. Нам еще с Виндиго воевать. Я так, конечно, бесполезная у тебя пушка, на самом деле. Потому что если там не спас, не двустволка, ружье какое-то было, не огнемет, то твой обрез тут вообще мало чем поможет. Ну, пойдем. Сейчас главное, кнопочки, по-любому, тут где-нибудь будут кнопочки. Тут не может быть без кнопочек. Там что? Подожди, дай я за угол посмотрю. А-а. Хрена они сожрали все изнутри. Подожди, я сюда не хочу. Тихо, давай назад. Я там еще комната была. Ну дай мне пошевелиться, дай я обратно пойду. Сейчас что-нибудь какая-то херня наступит. По-любому. Вот собака туда пошла, значит нам туда не надо. Ой, я все вот туда хотел пошариться. Ну что смеяться-то? Дайте мне походить, погулять. Опа, что это? Надпись. Выпусти нас, что там мы... Что? Мы голодаем. Так, выпустите нас, мы голодаем, замерзаем. Вы за все заплатите, немедленно прекратите эксперименты. Так, смотри, во-первых, тут, во-вторых, кто-то что-то тут было. Горела дверка, вот она. Ха, а двери здесь бронированные. Тут буйных, что ли, держали? Так, давай-ка сюда теперь сходим. Тут был проход еще налево, как вы помните. Вот это вот, что тут? Что это? Автор отчета доктор Каткарт. Первичный отчет. Пациенты поступили в медцентр Блэквуда 5 дней назад.
За это время мы провели несколько физиологических и психологических тестов. Результаты просто ошеломительные. Они не соответствуют большинству наших прогнозов. Обнаружены симптомы. Бледность, диспигментация кожи, острая нехватка витамина D, социальная дисфункция, период посттравматической адаптации длиннее обычного. Поведение при этом эксцентричное. Агрессия по отношению к санитарам. 3 попытки нападения, 1 попытка применить ногти. Ожидаемый, но не обнаруженный симптом. Истощение, цинга, отклонение среднего индекса тела, массы тела от нормы составило всего 3%. Они должны были вообще умереть. Обморожение, реакция пациентов на стимулы в пределах нормы. 130-410 миллисекунд на обороте. Хрупкость, слабость, увеличение больше берцовых, малоберцовых и плечевых костей. Среднее плюс 2,5 см. Необычное увеличение мышечной силы. Один пациент поднимал вес 326 кг. Хераси! Предлагаемые действия. Поместите под тщательное наблюдение. Настоятельно рекомендую ограничение свободы. Ограничение свободы. Увеличить штат с 1 до 3 санитаров. Круглосуточное наблюдение. Блин, Наси. То есть подожди, теперь я, кажется, понимаю, в чем сюжет. Так понимаю, Виндиго появились, видимо, вот из-за этой как раз психбольницы. Тут пытки были, голодания и так далее. Плюс шахтеры тут же в это время еще тут. Голодные попались. И я так понял, видимо, это и все, и началось. С этого момента все. То есть дух был, но не было, так скажем, кому бы ему вселиться. А тут, видимо, получилось, что притащили шахтеров, уже таких, блин, и дух тут по полной разгулялся. Я так понял, да. Он, смотри, лезет. Он справа. Таракан полез. Большой, большой такой, блин. Виндиго зовут. Не тотемов, тихрена. Ну, слушай, куда идти-то? Тихо. Сейчас я знаю, тут по-любому какой-нибудь кипиш будет. Я понял, что он тут будет, просто я не помню, где именно он начнется. Поэтому я смотрю, вдруг тотем какой пропустил. Так, наверное, сюда можно? Не, погоди, что-то мы неправильно идем. Я сначала туда сходим. Тут вроде тупик. Нет, там. Нет, собака там, все, значит, идем назад. Все, идем назад, вот сюда. Значит, тут где должен быть тупик, в котором вполне может быть или тотем, или еще какая-нибудь хрень. Блин. Конечно, здесь правильно делаем. Вот, смотри. Че это? Че? А, проектор. Во, я же говорю, что должно тут быть. Давай, включай. Давай, включай. Я уж что, джойстик собрался ложить, а ты его, блин, все еще не завел. Заводи шарманку. Послухаем, посмотрим. Так, ага, звук-то есть хоть? Есть. Так, ну качество, конечно. Записи. Хрена, красавчик. Взял, просто порвал эти жгуты или... Чё за предок Спайдермена, бляха-муха? По-любому так и звали его, бляха-муха. Что здесь такое происходит? Вообще херь какая-то происходит. Ё-моё, погоди. Давай посмотрим теперь. Обездвиженный пациент превращается в какое-то чудовище и начинает буйствовать. Он напал на людей, снимающих фильм. Охренеть так-то. Фига он. Давай еще походим, может тут что-то тем какой. Кровь. Что-то у меня такое ощущение, что мы, блин, походу вообще неправильно идем. Не, погоди, давай тогда туда сходим все-таки. Блин, нет, доктор офис, ладно, хрен с ним. Пропустили, значит пропустили, я не знаю просто куда, давай сюда. Я просто не знаю, но мне кажется, вот тут это дополнительное ответвление. А там должно быть основное, наверное. Не ломай, посмотри сначала. Блин. У тебя же там щелка была, что ты не посмотрел? Что ты сразу ломать-то, блин, вышибать? А вдруг там, опа, Виндиго такой сидит, говорит, ну давай. Давай уже быстрее, блин.
И да, сама пришла. Тотем, тотем. А, сейчас. Правильно, откуда бы тут тотем взялся? В столе доктора. Блэквудский санаторий. Лечебница, понятно. Медицинский осмотр пациента номер 9. Прогрессирование гипертоза. Конфиденциальная информация. Ну давай конфиденс почитаем. Четвертый день. Эпидермальный. Так, 52 год, да. Эпидермальная диспигментация ожидается. Так, ожидаемая реакция после долгого пребывания под землей. Сильное искривление в области груди. Посттравматический кифоз. Дистрофия и помутнение роговицы. Острота зрения 20 на 160. Ты не знаешь, что значит? Все что ли? А что ты мне в другую сторону показываешь листать? А, понятно, ты вообще никак не показываешь. Ты говоришь, типа, поводи. Так, девятый день. Почему, кстати, мы читаем, блин, как-то справа налево. Хронический кифоз, рубцовая алопеция, сильнейшая перфорация носовой перегородки, эктодермальная дисплазия, застрение зубов. Чтоб я сдох, не верю своим глазам, охренеть! Да ты подожди. Так, двенадцатый день. Телогеновая алопеция, длина клыка верхней челюсти 1.5 дюйма. Нихера себе, тут 4 сантиметра почти. Круто. Длина клыка, так, отек роговицы сохраняется, но острота зрения теперь 20-29. Уплотнение эпидермиса, роговой слой плюс... Плюс сантиметр, нихера себе! Ты прикинь, примерно сантиметр, у него даже больше сантиметра, блин, кожа стала толщиной. А что значит зрение, я не знаю, 20-25 вот эти, ой, 20-22, я не знаю просто. Так, подожди, давай почитаем, что ты понял. Я там половину слов не понял. Ну, давай ты мне расскажешь там. Нет, фигня, не то. Не так. Так, погоди, нет. Вот это. Несколько фотографий, на которых запечатлен шахтер Билли Бейтс. Эти снимки отражают его трансформацию на протяжении нескольких дней. В итоге он превращается в Вендиго. Так, все, это мы читали. О, как. Ну да, если у вас, извините меня. Но эпидермис, да, по-моему, верхний слой кожи эпидермис, если я не ошибаюсь. Если у него, блин, сантиметр кожи уже на тех этапах была, то ее, блин, театр, это что такое? Ох-ох-ох, она туда надо? Мне кажется, плохая эта идея. Но с другой стороны, тут собаки нет, а мы там собака же вместе даже путешествовать, я правильно понимаю? Значит, тут должно просто быть какое-то ответвление. Ох ты, смотри, труп. Да кто он такой? Да доктор это. Когда-то был. Тини. Прости, старик. Читай. Тем, кого это может касаться. Чего? Это переверни обратно. Они умирают там снаружи. Я слышу вопли и плач. Все, что остается после меня, это ад. Боже, кара за мои ошибки. А судьбы не уйдешь, меня уже поджидает смерть. Джефферсон Брэк. Да, закрой обратно. Да. Да. Так, что это? Там что-то справа вроде было, нет? То есть получается, тут больше нету ни черта полезного. Вон о чем. Он от Вендиго от этих долбанных заперся. Понял. Он тупо от них заперся, чтобы они его не сражали, видимо. И все. И тут помню уже походу от голода и чего там, от обезвоживания, не хочешь понял, от истощения. Ну хрен его знает, блин, что еще лучше-то, блин. Погоди-ка, а это откроется, нет, дверка? Нет. Ладно, пойдем. Дверка раз не открывает, значит пойдем. Блин, так-то нифига. Сюжет так это прорисовывается, как на ура. Вот теперь пойдем туда, где собака. Тебе вообще странно. Если они бронированные двери вышибают, неужели они не могли выбить какую-то клеточку? Куда порвать ее на куски, эту клетку. Она. Падаль, ползет. Ну какого хрена?
Вот такого вот простого. Самого, что не есть, обычного. Он собакен. Тотемов я больше не вижу тут. Тут тоже больше нету ни черта. Пойдем сюда. А, не хочу прям в центр круга этого идти. А? Не стреляй. Там какая-нибудь, я не знаю. А кто там может быть там? Патроны не будем тратить, нет. Не надо патроны тратить. Ну вот. Вот-вот-вот, а прикинь, патрон бы потратили. И разрядился бы он у нас. Слышь, паркурчик, ты там давай это. Я хер его знает, чё, беги. Я хер дай налево, не знаю. Так запри ты, подопри. Да чтоб тебя. Подопри, блин, шкафом, значит вы... Давай, да, сейчас... Сломай же нахер дверь. На-на, опа, мачете у нас, отлично. Давай, 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 тоже запирай, запирай быстрее. Быстрее, говорю, уже нажал, ты все еще думаешь. Мне тут что нравится? Мне тут собакен нравится. А собакен как-то сам по себе, ему нормально, в принципе, он ничего не боится. Это еще что? Опа. Не двигаться, да? А собака наша где? Я так понял, нашу собаку не видит. Вот заметьте, как она двигается, я только вот говорю, а она уже, видите, как отклоняется. Представьте, какая чувствительность. Тут вообще нельзя ничего делать. Стой. Даже говорить нельзя, блин. Мне кажется, она от вибрации может даже сработать, если положить на стол просто. Охренеть. Ну ты еще громче скажи. Тихо-тихо, ну сзади ты смотри, блин, сожрет кто-нибудь сейчас. У тебя ж тотем был, что какая-то откуда-то рука высунется. Где ты? А почему волк не чует ни хрена? Он же должен чуть слышать, откуда они ползут. Да ладно, мы дебилы. Но волк, он прирожденный хищник, он там вообще... Какого... Что? Чувства должны быть обострены, тем более тут адреналин, все дела. Хотя волк, я так понял, вообще пофигу, он на позитиве. Он идет, осматривается, он гуляет, он ищет тотемы, как мы. Одному Майку тут сейчас плохо, по-моему. Майк, извиняй. Нам-то хорошо. Да нахера, не буду в тебя стрелять, я патроны берегу. Только лет не мог вылететь. Че, сейчас что ли вылетишь? Да ну. А, вот это ты зря, урод. Че, он тебя ранил, что ли? Так. Нормально все. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай. По очереди. Че по очереди? За спиной следи, меня вон. Меня хватит на всех. Бляха, не то нажал. А я тебе говорил, за спиной следить, дебил. Давай, вот сейчас отстреливай. Так. Деваться-то некуда. Прокосячил кнопочкой раз. Собака такая. Ладно. Хер его знает, куда стрелять, куда не стрелять. Он справа, дебил. Ты чё такой дурак, да? Бляха ты. Да не буду в тебя стрелять, нахер, так ответишь. И он еще и закованный весь в руки. Который привязан за решеткой, нафиг в них стрелять вообще. Нет. Да я успел нажать, да бляха ты мука. Вы заколебали, я ж успел нажать. Вот ты падаль. Поцарапал? Поцарапал, конечно. Ой, блин, не дай бог патрон кончился, он же ни хрена не перезарядил у нас, а мы два потратили. Ой-ой-ой-ой-ой, плохо-плохо-плохо-плохо, совсем плохо. Совсем все плохо, совсем все печально. Чё, ломай давай! Так, сколько их там, один? Один, ладно, один хер на него.
Нормально, давай быстрее дверь ушибай. Давай, 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 кати колбаской туда, отстреливай, она ж... Чё? Давай! Так, бляха-муха! Чё ты мне не показываешь-то ни хрена, чё делать? Давай, кати её колбаской, как громко! Ни хрена не слышу. Стреляй вот в эту, сейчас жахнем. Живой? Давай. Да пойдет, нормально. А теперь быстрее. Закрывай, 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 там еще другие повылазят. Подопри чем-нибудь. Нет? А, нормально все. Ой, вот тут ни хрена экшен был. Ладно, пойдем погуляем. Да, нормально, сейчас можно так не спеша прогуляться, вполне, чего нет там. Погоди, а тут что-нибудь я могу увидеть? Ничего нету. Ну, тотемов я тоже не вижу. Я, честно говоря, побоялся, что он сейчас, блин, как помрет от взрыва-то, а? Но нет. Значит, сделали все правильно. Если бы одного отбили бы, второй бы нас съел. А так обоих огоньком. А где собака наша? Так, к слову. По-любому за любимой косточкой уже побежал. Так, что не так? Нет, нормально все. Все, они уже сзади. Майк, ты бы как-то это хоть. Ну хоть чуть-чуть бы пробежался. Опа, стой, тут что-то было вроде. Мелькнуло, нет? Мне показалось. Нет, показалось, ладно. Ну вот он уже сзади где-то. Откроешь? Не откроет. Ладно, раз мы тут не бежим, действий никаких принимать не надо, значит, я думаю, походить тут можно вполне спокойно, не спеша. Независимо от того, сзади он, не сзади, или впереди, или уже, блин, спинку нам чешет своими коготками, блин, пытаясь до печенки добраться. Через легкие где-нибудь там. А я говорил, беги! Огонь! Красавчик! Давай, давай, давай! Вот он, ключевой момент, где мы должны спасти собаку эту. Баррикада, баррикадируй! Вот тут мы должны спасти собаку. Только ради этого выживали столько времени. Потому что если бы это, мы это не сделали... Дружок, иди сюда. То его бы вот сейчас, в этот момент, просто бы съели. Все. А тут... Собакен все сказал, давай, до свидания, и пошел сам по себе. Мы с тобой еще увидимся. Я, честно говоря, собака вообще, блин, по-моему, это... Не вкуривает, чем это опасно. Так, секунду, давайте, знаете, эффект бабочки прочитаем. Вот, друг человека. Майк не ударил волка, у Майка появился новый друг. Волк провел Майка через лечебницу. Новый друг Майка выжил. Вот, вот этот момент, вот, все, мы спасли собакена. Как вы просили, как я обещал, я сделал все, что делал спасти. Теперь Майку можно помирать смело. Ну, попытаемся повыживать. Ё, ломай. Давай, давай, давай. Ох, ё-моё. Где бочка какая-нибудь? Бочка же. Бочка, отлично. Нормально. Хотя, мне кажется, его можно было и так чехолку завалить. Он бы нас потом на улице бы поймал. В принципе, да, наверное, в бочку правильно выстрелили. Может, это просто бы отбросило его, и все. А дальше просто на нас вот они бы полетели. Так мы их завалили, вот, отлично. А завалили ли? О, блин. Ладно. Что-то, блин, за Майка столько играем, это обалдеть. Реально, тут пол игры за Майка мы проходим. Эшли, это на лечебницу. Так, давайте мы на сегодня тогда прервемся. В принципе, мы красавчики, мы молодцы. Вы просили спасти собаку, я сделал. Собаку мы спасли. Все, самую главную на сегодня задачу мы выполнили. В той серии мы самую главную задачу выполнили, завалили Эмили, которая нас достала. Судя по комментариям, не меня одного, и все ее ненавидели. В этой серии мы выполнили задачу, спасли нашего собакена.
В следующей серии мы посмотрим, кого и что, как. Я хочу за 4 ее завалить. Не знаю почему, она оказалась такая тварь бессердечная. Она со всеми разосралась, смотри, с Майком разосралась, с Сэм разосралась, с Крисом разосралась. Криса вообще она подставила. Джоша она любит, который, сука, извиняюсь за выражение, блин. Все вот сделано, кипиш и сновил, блин, все из-за него начали погибать. А где Мэтт? К слову. А что выжил у нас? Может, тогда перепрыгнули, он выжил, нет? Да, выжил он, по-моему. Спасли вроде его. Ну ладно, то разберемся. Давайте, в общем, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, ставьте комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Всем удачи, пока!